Сейчас будет прямой эфир. Паша, держись. А он должен быть час обязательно, да? Да нет. Нет? Ну, просто обычно я там всегда подолгу зависаю. Ну, он, привет-привет. Я там долго особо не буду сегодня. Всем здрасте. Привет-привет. Паша, сейчас я тебе печеньку дам. Всем привет. Будешь печеньку? Ешь печеньку. Привет. Как у вас дела? Ну-ка, я тебя чуть не уронила. Пойдем. О, так, сейчас я интернет нормально настрою. Так, у Паши рост где-то 70 с чем-то, и у меня на голове вообще фиг знает что. А весит 9700 где-то. Сейчас во Владимире, значит, отсюда. Привет, Владимир. А, так, привет. Зависла, да все, в другую комнату ушла, и все хорошо. Это, наверное, первый раз, когда я с распущенными волосами. Так, хорошенькая такая, спасибо большое. Бабушки, дедушки нет, не приезжают. Они на даче пока. Привет. Так, у меня тут отблески какие-то. Поспала днем? Да, мы поспали. Спасибо большое. Тумботина, ничего себе, я даже такого города не знаю. Привет. Что за съемка у нас дома, я вам потом обязательно расскажу. Хотя я недавно уже говорила в сторис о съемке и... Можно я покажу, да? Да, и скажешь, кто? А, да, вот. Это у нас телекомпания «Кварц», это наша телекомпания города Подольска, великого и могучего города Подольска. Вот, это у нас Юлия Ягафарова и Иван. Собственно, да, Иван оператор, ну и Паша телезвезда. Испания передает привет. С кем-то сейчас дома, ну вот, собственно, с этими людьми я сейчас и дома. Поселок в Нижегородской области, поняла. Так, Иркутск, привет. Так, ночью спим с перерывом на покушать, остальное время спит хорошо. А, ну, в принципе, да, 1-2 раза кушаем. Родничок закрылся, честно, не знаю, это надо пощупать, посмотреть, но недавно у невролога были, вроде все хорошо. Какую прививку мы делали? Инфанрикс и Инфанрикс Гекс. Дагестан, привет. Да, снимают репортаж, потом расскажу, покажу. Так. Наконец-то ты тут, а то я весь день без тебя. Блин, я вроде заходила же в сторис. Или нет? Мы просто очень долго спали, на самом деле. Так. Фотосессия на Милка. Мама, муж подарил, а образ придумывали девочки. Благовещенск, привет. Так, суп на овощной основе или на куриной? Обычно бульон сливаю. Смесью обязательно кормить, но... Ну, в нашем возрасте еще думаю, да. Волгоград, привет. Помидоры сильно аллергенные. Не знаю, посмотрите, Паша ел помидор, вроде все нормально. Так, Приднестровье, привет. Так, любимые игрушки. До тарелки, наверное, по большей части. Так, Владивосток, Волгоград, привет. Сам научился или с помощью ходунков? Ходить без ходунков. Я была против ходунков. Волосы свои. Спасибо большое. А, так, Беларусь, привет. Ессентуки, привет. Байкал, привет. Анекдоты от мужа обязательно будут. Эфир сохраню. Фрукты Паша любит, персики и нектарины, абрикосы. Киев, привет. Так, по режиму кормлю. Да, Екатеринбург, привет. Ты знаешь, что ты крутая, уже узнала. Так, больше мужа в сторис, хорошо, Оренбург, привет. Блин, ко мне кто-то хочет добавиться в прямой эфир, но я не знаю, что это за человек. Казань, привет. Все? А, да? Вот, мне пока еще разрешают посидеть немножечко в прямом эфире. Вот, и так, в Next скоро распродажа. О, я не знала. Кстати, да, сегодня на Пашу одевала бодик из Next, и
И подумала, что я давно там не затаривалась. Спасибо большое. Так, девчоночки, сейчас, секунду, рыбу даем, колики были, эфир сохраню. Стерлитамаку, привет. Так, я расскажу, как стал популярный, да. Так, девчонки, давайте чуть попозже, короче, зайду тогда в прямой эфир. Сейчас уже, к сожалению, нет времени. Вот, поэтому, короче, всем большое спасибо, что присоединились. Зайду через пару часиков. Вот.